Зендея, а правда ли то, что, выполняя все эти трюки на трапеции, ты слегка перенапряглась, и это случилось перед Хью? Так, ладно, вот как все было на самом деле. Давайте я вам все разъясню. Вот история. Я не буду называть имя того человека, потому что это стыдно. Суть в том, что мы делали трюк перед Хью Джекманом. У меня с ним было несколько сцен. Это был я очень нервничала, и это был не ты. И я пыталась все делать лучшим образом, потому что это Хью Джекман, и я не хотела перед ним облажаться. В общем, мы делаем трюк, я в воздухе, резко опускаюсь вниз, меня ловит. И я слышу, как кто-то пукнул. Подождите, мы все это слышали. Да, мы все это слышали. Теперь, как профессионал, я готова была продолжать. Это была не я. Просто хочу прояснить здесь и сейчас, это была не я. Все смеются. Человек, который это сделал... смеется, и Хью смеется. И я такая, так, мы будем притворяться, что этого не было, или просто посмеемся все вместе? И получилось так, что человек, который это сделал, взрослый мужчина, свалился на меня. И Хью подумал, что я набздела. Я бы никогда так не поступила. Никто не думал, что это ты, никто. Еще как думали. Позволь кое-что сказать. Если я когда-нибудь пукну перед тобой, это будет тихо, но смертельно. Никакого звука, понимаете? Я же дама, я это запомню.